Друзья, давненько хотел вам признаться, что люблю я одно слово, и состоит оно из пяти магических букв. И называется, это слово, суета. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как обычно, Булкин. Добро пожаловать на Ну и Гусерь, пока опять поиграемся на первом сервере, по названию Даунтаун. У нас сегодня опять большая мужская, кстати, в этот раз мужская компания. Ярик, Мешкан, конечно же, и... Ой, здрасте. Блять, ты опять со своим Мешканом, ты реально меня достал, уже в каждой серии происходит бунт моего личного имени, блядь. Ну ты был Мешканом все время, ну что ты как этот-то? Не был я никогда, ну блядь. Ладно, место встречи изменить нельзя, в общем, предыстория. Значит, мы как-то с Яриком решили прикупить себе суетные тачки, значит, это оказался банан, и, собственно говоря, когда-то давным-давно был у меня... Да, но... Взорванный, растопили. По РП... Мы же РП, правильно, отыгрываем? Он там у нас как бы засветился во всяких сводках. И, собственно говоря... место встречи изменить нельзя, реально, да? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Нихуя такие, бля, как на обложку, блядь. Подожди, а кого-то ни одного не хватает тут, нет? Почему? Подожди, я кого-то не вижу одного. Так, стоп. Кирилла не видно. Мешкана видно сразу. Кирилла не видно. Да, Кирилла не видно. Ты прозрачный. А Мосик? Мосик видно. Мосик видно. А, что? Что? Это то же самое, Саш, да, то же самое. Подожди, блядь, что происходит? У меня мотик ездит сам. Мотик сам едет, да. Тебе надо в помещение зайти и выйти. Зайди там в дом. Стой, я ему сейчас помогу. Что это? Блядь, ебать, это смешно на самом деле. Да. Все, появился, да. Так, Ярик, ты что тут? Да тихо, блядь, у меня же Мешкан, блядь. Бля, знаете, мне на самом деле очень нравится то, что нас теперь стало больше. Как, знаете, вот у нас впереди вся жизнь. Уютней, да? У нас впереди вся жизнь, надо вообще вершить судьбу свою на GTA 5 RP, поэтому я предлагаю следующий. Куда пополз? Нормально все? Пиздец. Трэшак. Какой-то трэшак. Я так понимаю, за это время Кирилл успел. Что? Ебать, блять, это что за хуйня? Это что? Блять, я чё сейчас какой-то скример, этот самый хоррор? Очень страшно. Ебать, прикинь, такой ночью, блять, играешь? Паскуда такая. Пиздец. Бля, это можно это, игроков пугать реально жестко. Ебать, это очень стрёмно выглядит. Так, ладно, короче, в чем сегодняшняя суть? Значит, суть в том, что Ярик, жду, давай. Кто подписан на телегу, посмотрел предыдущие серии. Баблишка подъехала. Ой, за последнее время у нас, я так понимаю, так дела идут в гору. Правда, мы должны зарабатывать вместе, но, так сказать, зарабатываем друг у друга, блядь. Так. Вот она. Ну все по-честному. Кто шарит, тот шарит. Так, 6 лямов на руках. Короче, давайте, знаете, что сделаем? Ярик, я думаю, мы с тобой потом как-нибудь, да, нашим ребяткам тоже поможем там тачку прикупить. Но не сегодня. Пусть сегодня посмотрят со стороны. Так, грузимся, короче, у меня тут уже есть автомобиль суетной, кстати. Как вам камрюха-то моя? Стой. Нормально. Не, ну она реально вид имеет. Я, в принципе, ясно, меня все кинули. Пока. Да подожди ты. Ну ладно. Кодиски, знаешь, такие, мне кажется, больше не на камеру. Они типа похожи на те, которые я ставил, когда Камри в реальной жизни, да, разыгрывал. Типа, хотел сказать лоховские, бля, Лексус. Нихуя, ты где номера взял, братанчик? А это подарок. Это подарок от моего любимого зрителя. Он мне подарил это на Новый год или на день рождения. Так что вот так вот. Так, короче, предлагаю такую хуйню. Мы сейчас с Яриком покупаем новые тачки до 3 миллионов. Она должна стоить до 3 миллионов обязательно. Ну, для тебя это миллион, как бы. Для меня миллион. О, кто-то R1 выбил. А еще у нас есть новость, мы забыли сказать. У нас сейчас пока Оли нет. Ну, в смысле, она есть, но она чуть позже придет. Ну, в смысле, она... Ну, короче, ладно, неважно. А Оля-то у нас это самое. Я думаю, у нас на следующий игре оставим. Ну да, давай, ладно, интригу. Она там совсем, короче, психанула. В общем, давайте сегодня займемся теми делами, которые нам собственно говоря, нужны. А, хотите, я вам камеру пока дам? Давай. Сейчас. Я им пока, короче, камри даю. Короче, задача на сегодня наша с Яриком купить тачку до 3 лямов. Я хочу искать машину. Которая будет максимально суетной. Уйди отсюда. Давай. Садись. Максимально. Уйди отсюда. О, кто первый? Ладно, это уже ваши разборки. Я тут это самое. Я за это не шарю, так сказать. Так, все, зашел и теперь выбираю. Значит, до 3 миллионов максимально суетной автомобиль. Нам надо еще... Суета, да? Пиздец, чтобы вообще по сравнению с предыдущим было, ну как бы вообще как бы. Кирилл, а ну-ка на перекрёсочке, давай покажу, что она. Так, до 3 миллионов, бля, тут выбор-то большой. А Кирилл и Макс, Мешкан, точнее, вам надо будет выбирать. Ах ты, сука. Будете выбирать, понятненько? Алло. Че выбирай? Ну, чья тачка пишет? Давай по два разделимся. Че по два? Туник еще поедем же, правильно? Ну да.
Нет, так они могут пока кататься, пусть там делами занимаются, пусть бабки поднимают как-нибудь. На муях? Так, не, ну лучше да, наверное, чтобы вы нас сейчас... Поехали Камри с Олем куда-то, не знаю, каким-то... Номера снимем, да. Бля, бля, кстати, в натуре! А вы, подожди, вам можете снять номера? Не, вы не можете, наверное. Нет, нет. Так. Поехали к Камри. Я купил. Купил? Поехал. Бля, какой шанс, что у нас будут одинаковые? Может быть, все. Блядь, надо максимально суетно автомобиль, пиздец. Я поехал в тюнинг. Не, ну в принципе, кстати. Для меня суета прям будет суетой. Блять, ну у меня ассоциируется. Я не знаю, опять же, нам нужна такая, так сказать, машина, которая... Блять, ну опять же... Если CLS было, знаешь, тоже была суета, конечно. Ну так, не совсем суета. Ну у тебя какая-то мажорская, у тебя мажорская суета была, честно, вот, братанечек. Ну как бы это... Простые пацаны, блять, на CLS не ездят. Ну это уже как бы заряженные. Согласен, согласен. Это уже суетологи называются, как бы. А у нас как бы такие, знаешь, суетишки. Начинающие, да? Да, еще поначалу. Ну как, блять, как можно себе позволить сразу, блять, CLS? Ну ты, конечно, загнул. Так. Мне почему-то сердце подсказывает, что ты, Саня, купишь BMW, а Ярик почему-то, мне кажется, что купит Mercedes. Ну там выбор на самом деле не такой большой, просто сейчас смотрю и думаю, ну как бы вот это я бы взял, но это что-то как-то, блять. А Кирилл что думает, у кого что будет? Да, кстати. Блять, вот так я вот. Я не думаю. Все. Бля, ну типа это слишком банально, это слишком банально. Но это не, нет, это уже не то. Ну это... Ты быстро что ли пришел к решению? Я просто что-то прям... Я увидел и понял, ну как бы... Ну вот это уже как бы было... Это как бы нет. Знаешь, вот увидел, полюбил и... А я рискну, наверное, я попробую. Я попробую из этого сделать что-то такое, что... Блять, рискну. Что-то не банально, походу. По-моему. Я, кстати, дай покататься. Давай реально, Сань, реально, сюда. Суета. Нет. Без вот этого, выбью ебону, то сюда, вот суета. Ну, у меня суета. Ну, типа, блять, я бы испугался реально, если такая хуйня ко мне подъехала. Вот подсказка прям. Так, все, я покупаю. Мерседес. Тихо, вы отъехали? Блять, да. У меня места нет опять. Ёбаный герой. Да, блять, нужно меня забрать. Так, я сейчас решу эту проблемку быстро, быстро максимально. И мы это... А почему? А, да, значит, с кейсов опять. Ёбаный герой. А? Не-не-не. Чё я могу? Не-не, я Кирвелл. А. Сейчас решу вопрос, короче. VIP-доставка сработана на отлично, ребята. Так, держать. Бля, Кириллу можно, кстати, на самом деле таксовать так-то. Випки, блять. Я могу Камри это, так сказать, в аренду брать. Нормально засветил. А? Нормально засветил. Да. Не, быстро очень доехал. Я думал, сейчас на Камри будем очень долго, но не, все быстро. Так, короче, ладно, я рискую, все. Я не знаю, что там у Ярика. Бля, прикиньте, одинаковые, есть шанс вообще? Есть, наверное. Думаешь? Я бы кабан покупал. Может, и нет. Так, а вы уехали, чтобы вы не увидели? Да, я уехал. Кстати, все, мне все, кажется, все. Саня кабан купит. Да, мне тоже кажется. Ты же сказал, а я подумал там. Я промолчу. Слушай, походу да, походу ребята да. Ребята все видят прямо сейчас на своих походу экранах. Да. На больших экранах или на маленьких я знать не могу. Так, я отправляю... А ты в каком тюнинге? А я, который вот Бенни. Бенни? Блять, хуёво, я в него тоже постоянно езжу. Так, ну тогда я поехал, блять, ну подожди, ну ты не выезжай тогда из него. Ну давай, да. Так, все, мне тут тоже 400 метров сейчас. Бля, ну по мне, может быть, немногие поймут, немногие вспомнят, как говорится, да, или как, я не знаю, там, как можно, бля, ну он охуенный, бля, ебать. Кабан. Ебать, он такой пиздатый на самом деле. Как-то кабан. Я даже, ладно, сейчас скажу. Сейчас будет черный кабан. Я бы хотел бы на нем покататься в реальной жизни. Кабан. Я бы хотел таким повладеть. Кабан. А Макс молчит почему-то. А я думаю. Думаешь, тоже? Бля, я надеюсь, что у него тюнинг какой-то есть вообще? Да, кабан. Там есть. Что там кабан. Есть? Кабан. Блядь. Это не Мерседес, да это не Мерседес, 100%. Это кабан. Да это не Мерседес. Да. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Ну давай сделаем так. Че уж надо. Не, я 100% уверен, что это кабан. Вот так. Да, у меня все 100. Вот так. А мы там же встречаемся или где? Кто там заходит? Да, выходит? Так, знает. Значит, вот это вот... А, даже так? А, то есть похуй ему. А, ну правильно. В принципе, не, нет, подожди, не кабан, а, стоп, подожди. Я дурак, блядь, я не то примеряю, подожди, вот это, не, ну это... Брабус вешает. Угу. Ну, говорит, хотя... Ну, Брабус, не, это колхоз, с колхоза него, не, ну можно, хотя, не, теряется суть, ну чё он, не. Не, ну зачем кабан? Так, вот это сюда, вот тут можно поэкспериментировать уже, вот тут можно что-то... Колеса, да. А тут уже можно... Либо цвет. Тут уже можно что-то как-то подумать, потому что, блядь, с одной стороны... Я не знаю, вот что в вашем понятии суета, но то, что сейчас на моем экране, ебать, сейчас разъебывает просто. Суета. Ой, так, сейчас от BMW диски поставлю, вообще в тему будет. Так, ага. Сейчас такие вы подумали, наверное, а, это не BMW, наверное, да? Да-да-да. Чё молчите-то? Да, BMW. У меня?
Точно. Я почему-то тоже уверен, что это будет. Да, на самом деле, вот так он спорится хорошо. Так, вот так... Кабан мне нравится. Бля, мне нравится. Вот он прям то, что надо. Я не знаю, мне кажется, ему идет. Мне кажется, ему идет. У меня суета, я не знаю. Так, здесь... Нет, это уже лишнее. Вот это обязательно. Чего у вас происходит? Нас сбили. Блять, ну у меня тут, конечно, не так все. Не, ну мы можем, конечно. Ой-ой-ой, подожди, нет, давай как-то посерьезнее. Так, а что у нас тут? Какой-то серьезность должна чувствоваться от этого автомобиля. Так, можно, конечно, попробовать. У вас как дела там вообще? Нормально. Да, отлично, я уже все сделал. Ну вот, Макс, типа... назад. Типа чуть-чуть. Ну, конечно, такое. Хотя, не, ну вот так-то позлее. Так злее, однозначно. Можно как-то вот... Во! Тут даже непонятно, да, что? Ну, пусть будет. А, ну, здесь мы, естественно, не трогаем. Ну, не, какой. Здесь уже не трогаем. Все, у меня, в принципе, готов. Мне выезжать? Ну... Нам подъехать? Не. Мы где-то сейчас выберем точку, куда мы, собственно говоря, заедем. Ну, что, выезжать? Выезжай, наверное. Ну ты выезжай первый, я еще не выезжаю. Я выезжаю, так. Ну, блять, конечно, я немножечко тут подрастроился кое-чему. Так, а как мы встретимся где? Выбирай. Блять, слушай, ну вот, ничего лишнего, ничего... Ой, какой он. Так, главное не уебаться сейчас. Не, в этом определенно стиль. Все, я выезжаю. Подожди, стой. Я на себя... Да, я уехал. Уехал, точно? Нет, ну, выехал. Ну, давай, уезжай просто. Я тут стою недалеко во дворах, во дворы не сворачивай. Так, а давайте место встречи. А давайте в порту, блять. Давай. Так, в порту. И первый. Ну, давай ты лучше. Давай я первый поеду. Так, прям около метки грузовичок. Не, пусть туда ребята сначала приедут. Вы далеко оттуда? Ну нет, мы около тебя, но... Ну езжайте туда. Да. Блять, вот я смотрю... Макс, куда ты едешь, Макс? Ебать, если такая хуйня ко мне подъехала бы, вот я отвечаю, вот если такая хуйня просто ко мне подъехала бы, у меня просто вопросы отпали бы нахуй. У меня бы тоже. Просто, вот эта хуйня подъезжает, все, блять, сразу рот на замок, блять, просто. Ну, для меня главное было сегодняшней серии, это именно суета. Я сделал максимально суетную тачку. Ну вот насчет суеты, у меня такой, знаешь, прям вот страх. Ну, ты проиграл. Все, у меня суета полнейшая. Не, ну почему, я... Бля, ну мы немножко, да, конечно, это самое. Ну ладно, нормально. Мы, может, сейчас объединим две тачки, и если в кортежике. Бля, это будет охуенно. Так, что, я еду потихонечку тогда? Ну, я почти приехал. Почти, да? Так, подожди. Ну, вы только не говорите вслух-то. Вы там реакцию можете выдать, хорошо. Ярика, а я как бы так. Главное доехать целым, потому что эта машина смотрится только, когда она целая. Блять, у меня такой стиль ебейший. У меня почему-то морда... Чего, если ниже, чем кобра? Не, у меня все в порядке. Меня... Просто, я сейчас разгоняю весь район, блядь, страхом от этого автомобиля. Так, апорт. Ребят, напишите в комментариях, ну это ж пиздец. Ну не знаю, это просто пизда. Я еще думал, когда же я его куплю, блядь, когда же я его куплю? Чё, у вас как там? На парковке? Ну я не знаю, я вот... Прямо у знака этого. Сколько километров вам? 700 метров. Около метки синей грузовика. Давайте там, да. Мне еще 1300, я не спешу, я аккуратно просто стелю, блядь, и ебать. Я чё, приехал? Ярик. Я их вижу уже, я сзади них. И чё там? Ну, реакцию интересно. Я не смотрю назад. Просто сразу по 10-бальной шкале. Я, по-моему, увидел на том берегу что-то. Вы смотрите? Куда? Ну, вы приехали? Блять, мне ехать или нет? Да, я приехал. Бля, я здесь заеду. Я хочу сначала услышать реакцию на его. Для меня это суета полнейшая максимально. Я сейчас здесь проеду. Больше суеты не бывает. Я прям маркер. Оцените его. Ты что? Не вижу. А где? А. Суета. Да, суета. Кайфовая. Суета. Ну сколько по 10-бальной шкале? Именно суеты. Ну тут 9 наверное. Даже. Не, я 9. Бля, давайте 10. Я предположу, что это М5 Е60. Не знаю почему. Я предположу, что это М5 Е60. Давайте предположение вот в сторону меня. Вот финальное. Кабан. X5. Прям, короче, за грузовичком стоит грузовик, прям по центру. Вот первый X5, который... Не, у Ярика прям кайфовая машина. Блять. Значит, да, мы немножко, наверное, друг друга не поняли. Ну, я не знаю, вы сейчас обострёте моё, мне кажется. Ну, суета. Главное было суета. Я еду, блять. Не знаю, если такая хуйня, вот сейчас просто вы должны разбежаться в сторону, блять. Я подъезжаю потихонечку. Давай, показывай кабана своего. Субурбан. Не сказал, что у тебя суета. В смысле, блядь, ну серьезно, приехали ребята, нет разве такого? Ну это не суета, это... Ну блядь, ну в смысле, ну...
Ну блин, смотри, ну это... Смотри. Не, ну суета, не, у Ярика, да, суета все-таки, блядь. Тут как бы, бля, кайфово на самом деле, реально. У тебя чисто поехать там, не знаю, разобраться с кем-то. Не, ну она прям, ну она внушает страх, нет разве? Ну страх это не суета. Ну страх это не суета, ну так для серьезных дядек тачка, блядь. Ну что, смотри, хватит ползать, блядь, здесь уже. Бля, не, ну камрюха, да, наверное, более... Именно в плане суеты, конечно, тут... На ханом весе. Бля. На десочках. Не, ну, давайте, короче, вот реально, пока у нас вот такие тачки, нам, чтобы в дальнейшем двигать какие-то дела, нам надо, чтобы потом у каждого была суетная машина. Ну, как суета? Бандитская. Давайте, ладно. По факту. Ну, у меня нормальная, у меня нормальная. Ай, блядь. Ну, ладно, не оценили, я поехал, я обиделся. Не, мы можем, конечно, гонку устроить, как бы. Давай. Кто с кем? Один ко мне. Мне нужен навигатор. А, наш камни. Я не знаю, с кем я. А, можно здесь. Можно сороковуху тоже поставить, бля. Не, сороковуху сюда вписывается, кстати. Ну-ка. Давай. Ну да. Бля, ебать они смотрятся на самом деле так-то. Че, гонку? Так, куда? А давайте. Я не делал. Бестоковые? Без прямой. Не-не-не, стой, я с Кирвелом поеду. У меня ФТ. А я не тюню. ОБС поставил. Че, ОБС поставил? Поставил. Подвеску. А, не, подвеску как раз не ставил, потому что я хотел за ней. Это как раз про это говорил. Точку финальную, говори, да. Бля, ебать суета! Говори, я жду. Так, ладно, давай, чтобы не по прямым, а давай до, смотри, где магазин, короче, сейчас скажу, какой он. Шестой. Шестой магазин. Тут как бы, в принципе, с поворотами. Шестой. А. Что, хорошо, готовы? Ну как, как? Ну вот, нормально, так? Нормально. Готовы? На сотку давай. 100 000? Ну, подожди, меня ставь, меня тут, вот это... Дай там стоп, зачем? Да чё, нормально, у тебя, блядь, и так быстрее всех тачка, наверное. Ты куда? Да вот так. Бля, тогда я тоже стану, блядь, тут. Я тоже сюда. Пиздец. Понятно всё. Нет, ну так и чё? Куда? Ну всё, готовы? Чарику. Давай, на сотку. Готов? Да, ладно, на сотку. Раз, два, три. Три. Ебать. Что? У меня машина не едет. Что? Подожди, Макс, ты с кем? С Кирвелом еду. У меня вообще машина ебать, я пристегнулся, кстати. Я пристегнулся так. А без таранов или как? 220. Чё, ты чё? Я остановился, еду. А, пока. Нихуя субурбанчик, блядь! Ебать, нихуя! Не, ну я понял, что ФТ, конечно, но я думал, что... Я не понял. Понятно. Ребят, на субурбане даже унижаю, блядь, просто. Покрышка лопнула? Ты не понял, что такое, меня просто в бок кинуло. Чё у вас, как прогресс? Я вообще не едет. 260! 270! Не 3,5, походу. Куда? Я ни разу не врезался, я так аккуратно стелю, просто пиздец. Я только в Ярика врезался. Меня сотка подтарает. Я просто внушаю страх реально в этот город, ебать. Я не думаю, что он так едет, ебать. Это вообще-то, я не буду есть каждый день, мне похуй. Какой нахуй, блядь, Ригера, блядь, зачем она нужна? Ебать, она еще рулит. Субурбан такой кайфовый, да, реально. Нет, субурбан прям, тихо-тихо. Вон какие-то жестки ездят, или что там, Ригеры. Так, вот я даже, я не срезаю, я вообще ничего. А я на суете аккуратно, мне не надо никуда. Просто, вот сейчас вот. У меня еще как у грузовика, блядь, этот. Как его? Гуделка, блядь. Вам сколько еще ехать? 2,8, я же говорю, 2,5. Да, ребята. Подожди, да? Камри 40-я быстрее? Да не быстрее. Ой, ну, в смысле, ну быстрее, да, но не бля, тихо, ходить. без аварии. Без одной аварии вообще проеду. Вообще без одной аварии. Просто кортежиком, блядь. Ну, в смысле, не кортежиком, конечно, но. Подожди ты. Понятно все с вами, ребят. Понятненько. Ну, понимаете. Я догнал Кирилл догнал. 700 метров. 700 метров. На хвосте. Я приехал. А, подожди. Нет! Да. Я даже, знаете, я сейчас встану вот здесь, подожду просто. Мне интересно, кто из них как приедет. Ну-ка. Я два раза. Три. Ты за мной? Ты сзади меня едешь. Вот он. Инфинити. Нет, это не то. О, где кто? Кто второй? Кто второй? Ну! Кто второй? Кирилл второй. Что, я три раза убрался. Ну-ка. Сейчас залечу. Готов? Давай. О, хорош! Хорош. Я на горе тут. А, вот они. Ну понятно. Ну, Камри делают, конечно, вещи. Ну, блять. Американцы смотри, в свое время что делают. Ну. Оба. О, это мои тачки стоят, смотри. Где? Лянь, два трактора. Подожди, где? А, нихуя. Желтый и розовый. Фига, тут, блядь, компашка собралась. Не, ну ребят, ну как бы, ну, дядьки, как бы, ну, кто постарше решает просто. Просто кто постарше, как по извините, возрасту. Извините, я молодежь. По возрасту просто, уже деды, как бы, ну, реально рулю. Ты что там делаешь? Ты чё, блядь? Около субурбана в реальной жизни слабо так же станцевать? Около такого же. Вот так вот подходишь просто и танцуешь. О, Камри В90. В Сильверкрессе. Где? А, у меня худ отключен. А, вижу.
Нормально. Вот, а потом вот так, Макс. Смотри, что такое суета, смотри, что такое суета, показываю. Ты че? Ну-ка, ну-ка. Погодка. Снимаешь, снимай, вот суета она, вот она, вот она. Ну-ка, Лася, ну Супербан не смогу исполнить? Ну-ка. Сейчас. Куда ты там? Подожди. Подожди, подожди, сейчас. Блять. Сука, привод не отключается, блять. У меня постоянный полный какого-то хуя, хотя там же должен быть этот, вроде как. Ебать. А главное-то, главное, Ксенон, заценили Ксенон? Ксеночек, а? Ксенон? Я не вижу. Ксенон, смотри. А, я вижу, а, ебать. Отражение, вот такой, конечно, а? Прям максимально дешевый, я бы сказал. Ксенон. Не, по-моему, получилось здорово. По-моему, получилось здорово, реально. Прям по тачкам, прям все отлично. Короче, друзья, у нас пополнение в автопарке. Осталось теперь в ближайшее время Кириллу и, хотел сказать, чуть Никитосу, не знаю. А, Максу Мешкана. Этот, Мешкан пока на улице там? Вон стоит, танцует, блядь. Мешкан, тебе нормально? Блядь, с червяком это, конечно, пиздец. С червяком это... О, инкассатор, погнали прижмем! Там вон охрана у него, пошли, давай. Давай. Ты думаешь, охрана? Нет, мы вообще не имеем права, по-моему, на это, но это ладно, это не важно. Просто так, типа... Так. Давай, а давай просто остановим, типа, спросим, сколько времени у него, чтобы он... Это думаешь, охрана его? Да, по-любому. Реально? Да. Ебать. Он прямо едет сиренью? Да. Давай быстрее. Молодой человек, на обочине останавливаемся. Дави, Кирвелл, дави. Тихо. Дави. На обочине, останавливаемся. О, вон. Так, подожди, тихо. Молодой человек. Господа, на выход. Не подскажешь, сколько времени? У нас просто часов нет. А, спасибо большое. Все, счастливо. Такие комнатные бандиты. Он реально с охраной, да, гоняет? Да. А ты видел, что он покорел этот? Он, короче, чесал репу там, и у него персонаж, он со стволом ездит. Да, с пистолетом. Пиздец. Ну, да, конечно, как ты думал. Нихуя себе, блядь. Ну, ничего, мы свою тут построим тоже, блядь, эту монополию, или как это называется, неважно. Короче, нормально все будет. Горы, с это снесем, как называется. Вальву, давай, горы снесем. Что, блядь? Как эта фраза называется, поднял вот этого? Покорим. О, давайте сюда паркуемся, вот так красиво. Блядь, ёбаный в рот, а, сука. Ты знаешь, сейчас запчасти на этот, блядь, на General Motors, блядь, компани стоят, нахуй. Уже придут снял, брат. Э! Че? Я открыл дверь, а у меня задний фонарь выбился. Блядь, надёжно. Вот тебе General Motors твой. Ну, блядь, нормально все равно. Ты куда, блядь, ты гонишь тут? Пиздец. Извини, тормозов нет. Взял деда, повалил, блядь. Ну что, друзья, вот такая вот у нас немножко, ну как бы, непонятка, да? Вроде суетная, а вроде как бы и суеты-то, ну как бы, ну я не знаю, ну мне нормально, мне нравится. Мне, я Субурбан хотел, вот повод нашел, чтобы серьезный автомобиль у меня был, как бы, мне вполне. Я не думал, что... Сотка, Субурбан. Знаешь, сколько он стоит? Два, наверное, где-нибудь, полтора. 870, блядь. А, ну Камри 1.3. И ты понимаешь, что за свои деньги он так ебашит, блядь, что... Ну да. Это что-то жестко. В общем, друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока! Бля, а тут, оказывается, ребят, серия-то не закончилась. Ну-ка, какие вопросы еще раз? Тут подошел Кирилл. Хорошая серия, 100 тысяч выиграл. 100 тысяч выиграл? А сейчас проиграл, ты в курсе? Мешкан, блядь! Дай 100 тысяч другу, ты чё? Да ладно, дам. Чё, мне жалко, что ли? Не, по факту, а мне кто 100 тысяч должен. Подожди, Ярик, ты что ли? Ярик. Чё? А как? В смысле? Это в одно русское. Предлагает камень нужно сюда. Ладно. Ах ты какашка, блядь. Так, подожди, не, ладно. Точно тебе дать денег? Может, не надо? Я думаю ещё. Он тебе ноги целует. Где там предложить? Подожди, имущество. Г. Я понимаю, что Г, блядь. А, обмен, точно. Ладно, 100 тысяч, так 100 тысяч, блядь. 100. Раз, два. Ну, здесь на миллион, блядь. Правильно написал? О, да. Спасибо. Я ему дал? Нет? Да. Ярику по жопе, блядь. Ха! Ха-ха. Блядь, все укралось, машину-то села, иди сюда. Не-не-не-не, я поехал. Пока! Не-не, ты куда, блядь, Супербан, не это? Блядь, сука. Все, нахуй. Уехал, блядь.